Добрый вечер, точнее уже ночь. Поздравляю вас с победой. Спасибо большое. Как бы уверенная победа. Расскажите, пожалуйста, что получилось, что не получилось в этом матче? Ой, ну у нас, как всегда, мы не забиваем кучу моментов, но забили сегодня, что нужно было забить. Соперникам спасибо за игру. Действительно, сильный соперник. Не знаю, почему так по счету получилось. Забивать они могли много раз, но у нас наш вратарь спасал. Сказать, что у нас не получилось что-то, у нас такого нет. Ну, в смысле, у нас все, по-моему, сегодня получалось. Так что мне не кажется, что говорить, что что-то не то в нашей игре сегодня, это неуместно. Я понял. Что можете сказать по судейству? Судья, именно этот судья, очень хороший матч провел сегодня и очень много хороших игр проводит. Вот Миша, я его лично знаю, хороший судья. Спасибо. И если кто-то думает, что нам подсуживают, нет, такого нет. Потому что уже разговоры идут, что наши судьи и так далее. Нет, у нас нет своих судей. Просто мы их не обзываем. Вот в чем проблема. Извиняюсь, что я так... Это не проблема, просто это наоборот уважение к судье. Проблема у нас в лиге одна, что если судья свистнул не в вашу сторону, сразу начинаете орать. Мы просто к этому относимся, но что поделать. Свистнул. Надо идти назад. Я понял. Еще раз поздравляю с победой. Спасибо и желаю удачи в следующем туре. Спасибо. Хала, надеюсь.